Ну что, народ, вот вам меню recovery. Сейчас издалека пытаюсь показать. Вот оно. Ну и теперь разбираемся, зачем что нужно. Wipe data, factory reset, все видят. Но это если хотите очистить после установки прошивки, или если у нас сильно глючит. Потом хотим флешку разбить. Вот он. Mount and storage. Сюда заходим, сначала форматируем карточку. То есть формат SD-карт, вот видите, вот, на нее перевожу, ее плохо видно, поэтому чуть выше дергаю. После того, как карточку отформатировали, возвращаемся, выбираем пункт Advanced. Partition SD-карт. Ну и потом выбираем сначала XT-шный раздел. Ну, кто сколько хочет, меньше 512, я вообще не знаю, есть ли смысл. Ну и больше 1000 тоже не понимаю. Поэтому 512 или 1000 на мой вариант. Дальше он скажет размер свайпа видеть, тоже там примерно 128, а дальше кто как хочет. Ну, я дальше не полезу, вдруг он сейчас все сотрет нахрен. Потом нажимаете старт и ждете, когда он все закончит. После того, как вы это все разбили, возвращаетесь обратно и выбираете install zip from SD card. Вот оно. И вон верхний пункт плохо виден. Choose zip from SD card. То есть выбрать зиповский архив с карточки. Находите ваши установочные файлы и начинаете их ставить. Напоминаю, что сначала ставится как бы сама прошивка. Она называется... где же она у меня? А, вот, update CM710 MadTeam Terry-Perry. Ее. Потом fix, вот он, чуть ниже линии, видите, Galaxy 5, версия 1.6, hotfix 4, fixed 2. И уже только потом Google Apps, вот сейчас тоже под линией, чтобы видно было. Когда каждый из них устанавливаете, само собой, дожидаетесь, когда он скажет finish, после этого ставите второй, потом третий, потом шаг назад до основного менюшки и выбираете wipe data factory reset. Ну и Wipe Cache Partition. Вот так вот по очереди, желательно несколько раз. Замечено, почему-то после этого лучше работает. Потом нажимаете Reboot System Now. Все. Как бы у вас все сделано, все прошито, все установлено. Это был маленький обзорчик, потому как пользоваться программой Clockwork.